Американский брекфаст. Что у нас? Грейви. Всеми любимые. Вкуснейшая грейви. Доброе утро. Готовлю всеми любимым американский завтрак. Соус грейви и булочки в духовке. Это очень легко готовится. Уже покупные такие мясные. Они продаются уже. Это у меня биф, это у меня что-то индюшка. Выкладываю. Фарш с салом. Получается с салом. Все это дело хорошо вот так. Добавляем масло сливочное. Добавляем масло. Старое блюдо американское на завтраке, любимое, наверное, всеми. Пришло к нам из Саус Америки. Очень сытное и вкусное, быстренько готовится. Добавляем на хлеб пару ложек. Добавляла 3 раза муку, смешивала. Сейчас время пришло добавлять молоко. По чуть-чуть. Это все делается на глаз, сколько вы хотите. Если не очень будет густо получаться, муки еще больше. Более гуще.
начинаете булочка разрезаться на две части и поливаться соусом. Посмотрите, какая красивая. Булочки готовы. Также я делаю скрамбл-эггс и начну делать вам. Доброе утро! Сегодня я приготовила американский брекфаст. Что у нас? Грейви. Всеми любимые вкуснейшие грейви. Закрываем. Яичница и бекон. Я приготовила легкий салатик с огурцов и лука, масло, соль, перец, булочки для грейви, бисквиты.